Всем привет! И сегодня несколько слов об американском городе Тампа. Сразу хочу сказать, что чисто географически города я почти не знаю. И по сути просто гуляю по нему везде, где только можно, то есть абсолютно наугад. Снимая на камеру все, что попадается на пути. Ориентируюсь я при этом только на Google карту, а также на свои собственные ощущения. Также хочу отметить, что в некоторых видеосюжетах я был вынужден слегка отворачивать камеру от солнца, чтобы уберечь зрителей от чрезмерно ярких его лучей, и поэтому камера иногда смотрит немного в сторону. Теперь касательно озвучки. Поскольку мне постоянно приходит масса критики по поводу голоса озвучивания роликов, кто-то требует так называемой старой манеры, а кто-то наоборот высказывается за обычный голос, поэтому я, видимо, буду в своих роликах стиль озвучки чередовать, чтобы попытаться усидеть на двух ежах одновременно. Совершенно неблагодарное занятие. Итак, Тампа, не стану перечислять общие чисто американские моменты, как то разделение города на даунтаун и одноэтажную Америку, отсутствие на улицах статуи Ленина, а также использование в качестве денег самого обычного российского доллара из обменников, а буду рассказывать непосредственно об этом месте. Буду сравнивать его с Майами, то есть с другим городом Флориды и США, где я недавно побывал, а также с Лондоном. Ну и конечно же, да простят меня патриотично настроенные зрители, иногда буду сравнивать его с Россией. Хотя, как мы знаем, патриотично настроенные зрители никого и никогда не прощают. Так вот, Тампа — это очень и очень красивый, необычайно чистый, современный и уютный город. Город с населением всего 400 тысяч жителей. Впрочем, деление на города в американских штатах может быть весьма и весьма условным. Тем не менее, Тампа, даже по сравнению с Майами, это, как я уже сказал, город очень современный, производящий впечатление города буквально вот недавно построенного, хотя, конечно, это и не так, но практически все вокруг, и уж, конечно, когда мы говорим о центральных районах, все выглядит словно оно совсем-совсем новое, и присутствует этакое, знаете ли, чувство свежести буквально во всем. Очень эффектно и современно выглядят дома, улицы, парки, многочисленные мосты и разные всевозможные скульптуры. Все это производит очень благостное, позитивное впечатление и задает, конечно же, определенное у людей настроение, потому что все-таки картинка перед нашими глазами, особенно когда эта картинка продолжительного времени, очень даже способна менять наш общий жизненный тон. То есть вот это вот сочетание почти всегда ярко-голубого неба, обильной зелени всевозможных деревьев, красочного и сочного цвета домов и прочих зданий, конечно, наводит на позитивный образ мысли, на общее какое-то оптимистическое настроение. Хочется, знаете ли, жить, хочется, знаете ли, что-то хорошее, как бы это странно ни звучало, совершать. Ну, я, конечно, вовсе никакой не знаток города Тампа, а говорю сейчас исключительно о своих личных эмоциях. Негатив здесь, как и везде, наверняка имеется, но старательно искать вокруг себя негатив, а затем с удовольствием в него погружаться, это, увы, совсем не мое. Поэтому, дорогие мои, некоторые особо патриотично настроенные зрители, если вы ждете от меня так милых вашему сердцу бомжей, помоек, свалок и прочего высокодуховного контента, то сейчас вы просто теряете время. Я парень не совсем психически здоровый, совершенно в этом смысле пропащий и предпочитаю жить хорошо, комфортно и на позитиве. Так вот, возвращаемся к городу Тампа. Что можно сказать о населении? Ну вот, в отличие от Майами, население Тампы гораздо более монолитно по своему составу. Это не хорошо и не плохо, но вот Google говорит нам, что население здесь процентов на 70 – это население белое, включая выходцев из Латинской Америки. То есть очень много представителей потомков классических европейских, ирландских и британских эмигрантов, которых в высокодуховных странах почему-то называют бредовым термином англосаксы. Хотя никаких англосаксов, то есть представителей древнегерманских племен, в реальности, конечно же, давным-давно не существует. Что же касается афроамериканцев, то довольно часто они встречались мне в таком районе, как Айбор-Сити, куда я ходил снимать видео о так называемой ночной жизни Тампы.
Собственно, ролик об этом у меня уже очень скоро выйдет. И вот там действительно можно увидеть несколько иной состав населения. Хотя это, опять же, возможно только в одном таком специфическом месте и в особое время. И вполне вероятно, что во всех остальных частях Айбар-Сити или в другое время суток структура населения будет такая же, как и везде. Вообще, вот по моим личным ощущениям и по тому опыту, который я здесь, как говорится, принял, местный менталитет, опять-таки, что называется, мне очень и очень зашел. То есть практически все те люди, с которыми мне здесь довелось так или иначе общаться, это почти всегда были очень доброжелательные, очень душевные, словоохотливые и весьма приятные в этом своем общении граждане. От них я узнал очень много нового, даже когда не спрашивал их о чем-либо. Так вот, люди общались со мной так, словно я был для них каким-то очень важным и лично приятным гостем. В общем, все мне в плане общения в городе Тампа понравилось, и пока придраться было, собственно, не к чему. Конечно, если сравнивать качество общения здесь, в Тампе, с тем общением, которое меня окружает, например, в городе Торонто, то, увы, Торонто в этом плане очень сильно уступает Тампе. Есть какие-то моменты, которые по уровню дружелюбия в Тампе напомнили мне стиль общения в Лондоне, но вот что касается России, то сейчас я никаких комментариев давать не буду. Хотя бы потому, что говоря на подобные темы, всегда нужно быть достаточно осторожным, чтобы, не дай бог, кого-то не задеть или не обидеть. И вовсе не потому, что я считаю, что в России уровень общения чем-то хуже совсем нет, просто здесь мы имеем совершенно разные качественные системы, которые совсем не факт, что можно сравнивать. При этом стоит отметить, что во время моих пеших прогулок по городу русскую речь я слышал не так уж и редко, ни раз и не два, и могу предположить, что русскоязычная комьюнити здесь, скорее всего, достаточно многочисленная. Вообще, когда мы гуляем по улицам Тампы, то, конечно, обращаем внимание на то, что очень уж мало прохожих на этих самых улицах. Хотя, после жизни в Лондоне, после некоторого обитания в Торонто, вроде бы уже можно было бы привыкнуть к тому, что на улицах не очень многолюдно. Так вот, в Тампе этих прохожих все-таки еще, как оказалось, меньше, и в какой-то момент мне даже открылось какое-то особое очарование совершенно порой безлюдных улиц. И любители кино про постапокалипсис, скорее всего, в этом меня поймут. Кстати говоря, когда я сюда ехал, то почему-то предполагал, что здесь этакий, знаете ли, санаторий для богатых пенсионеров. Такое вот сонное царство, все тихо и спокойно, без малейших каких-то резких движений. Потому что да, очень много слышал я о том, что в Тампу едут богатые люди со всей Америки и Канады. Оседают здесь из-за климата и просто живут и тратят деньги. Это же касается айтишников и людей с возможностью удаленной работы. То есть классический, тихий, уютный, скучный городок. Но оказалось, что все совсем не так. И что, во-первых, здесь просто огромное количество молодежи. Здесь постоянно что-то происходит. Какие-то фестивали, концерты, да и просто днем и ночью можно увидеть на улицах в отдельных местах довольно-таки крупные скопления молодых людей, которые ведут себя достаточно шумно, активно, и видно, что им тут совсем не скучно. Много и всевозможных клубов, и спортивных всяких мероприятий, и музыкальные бесконечные какие-то события, и еще много всякого такого. Иной раз кажется, что жизнь здесь даже активнее, чем, например, в том же Торонто, хотя город Тампа в разы меньше, конечно же, чем Торонто.
Что же касается людей постарше, то опять же, судя по тому, что я видел, например, на праздновании Дня Зеленой реки и Дня Святого Патрика, можно сказать, что здешние люди в возрасте очень даже молоды душой, потому что среди тех, кто принимал самое активное участие в празднике, было огромное количество людей немолодых, а зачастую и вовсе в весьма преклонном возрасте. При этом веселились они ничуть не меньше молодежи. Многие были наряжены в карнавальные костюмы, участвовали в представлениях, пели и плясали и так далее. То есть на чисто сонный курортный рай для богатых пенсионеров Тампа все-таки не очень походит. Немного коснусь климата. Здесь никаких абсолютно сюрпризов, круглый год, лето, 25-30 градусов, море, солнце и прочие приятные явления. В летние месяцы, говорят, становится несколько жарче и повышается влажность, и поэтому считается, что приезжать в Тампу лучше всего во все остальные сезоны. Хотя вот лично я, проживший полжизни среди вечной зимы, с трудом представляю, как можно устать от лета. Ну вот живут они здесь, как-то мыкаются, ни зимы им, как говорится, ни осени. Кстати, в первый же день своего здесь пребывания я жестко обгорел на солнце, всего лишь погуляв пару часов по набережной. Парадокс в том, что день был абсолютно облачным. И тем не менее, потом мне пришлось спасаться с помощью специального крема, а также всяческих защитных одеяний. То есть с солнцем здесь лучше не шутить. Вода в бассейне под окном остается теплой и рано утром, и поздно вечером, так как ночью особо не холодает. И несмотря на прогнозы, в которых в иные дни нам обещают облачность и дожди, солнце в течение дня все равно регулярно появляется. Также вследствие климата нужно отметить довольно заметное присутствие вокруг различных насекомых, кое-кто из которых, например, москиты, могут вас при случае укусить. Также полно всевозможных экзотических жуков, муравьев и прочих назойливых приятелей. Из остальной живности мне приходилось слышать истории про змей, хотя сам я лично видел змею всего один раз, и то, увы, мертвую на обочине дороги. Но вот довольно интересно, что по рассказам местных, если вы живете в своем доме и у вас есть, не дай бог, свой открытый бассейн, то ни в коем случае не прыгайте в этот бассейн ночью, тщательно его не проверив. И то же самое касается раннего утра. Потому что, по их словам, бывают случаи, когда живущие в пригородах крокодильчики могут как-то преодолевать забор, проникать во двор и забираться в ваш бассейн, а порой и не в одиночку. При этом размер крокодильчиков может достигать 2 или даже 3 метров. Насколько это правда, не знаю, но слышал такое уже не раз.
Также Тампа знаменита как место для великолепной рыбалки. Причем лично я знаю людей, кто неоднократно прилетал в Тампу на рыбалку даже из Канады. Хотя, казалось бы, и в самой Канаде таких мест очень много. Но мне говорили, что в Тампе даже существует особая недвижимость для фишинга. То есть дома, которые покупаются для сдачи в рент исключительно рыбакам, прилетающим отовсюду. И это вроде бы хороший бизнес. Если же говорить о животных домашних, то, как я упоминал еще в первом своем сюжете, в городе Тампа очень любят собак. Во всяком случае, такого количества людей с собаками я, пожалуй, не видел еще нигде. С некоторыми собачьими владельцами я лично сам несколько раз заговаривал, спрашивал их о том о сём. Обычно люди очень охотно общались на тему своих питомцев. Теперь, что касается устройства самого города. Даунтаун или центр города – это всегда, как я уже сказал, очень много зелени. Довольно много удобных разных скамеечек и мест, где можно посидеть, в том числе и в тени. Улицы снабжены урнами, повсюду вижу стойки для прокатных самокатов, в местах публичного скопления людей имеются, как правило, фонтанчики с питьевой водой, бесплатные, причем вода не самая противная на вкус. Из не очень удобных моментов отмечаю слишком редки магазины продуктов. Я имею в виду крупные супермаркеты, до которых надо либо добираться на такси, либо довольно долго идти пешком. Это же касается аптек и разных необходимых в быту сервисов. Если не считать мелких магазинчиков на заправках, то все нужное всегда где-то далеко и в малом количестве. Во всяком случае, по сравнению с Канадой и Британией. Городской транспорт тоже не сказать, что очень уж развит, ходит трамвай и редкие автобусы. Народ в основном, конечно же, ездит на автомобилях. Лично я очень много, понятное дело, ходил пешком. При этом особого аппетита у меня не возникало. Больше хотелось пить, а не есть. И питался я по большей части фруктами. Если кому-то интересны вопросы здорового образа жизни, ну или контроля собственного веса, то думаю, южный город Тампа в этом смысле вполне актуален. Для туристов, конечно же, очень много чего здесь придумано и есть много что посмотреть. Хотя вот тех же отелей в городе, как мне показалось, все-таки недостаточно. Очень много жилья сдается частного, в том числе и отдельных домов, в том числе и на побережье. Средние цены чуть ниже, чем в Майами, но в целом они, конечно, совсем не маленькие. В многоэтажных домах любят устраивать бассейны на высоких этажах, там же высаживают пальмы. В какой-то степени все это выглядит вполне симпатично. В этих же домах много различных помещений для отдыха. Лаунжей, комнат для игры в теннис и бильярд, мест для посиделок и барбекю с бесплатными душевыми, туалетами и кофемашинами. И когда живешь, например, в таком вот доме, то хотя бы понимаешь, за что ты платишь сервис-чардж, чего не всегда можно сказать, например, о Лондоне или Торонто. Ну а за пределами даунтауна мы видим просто прекрасные живописные картины этакой одновременно и сельской, и городской жизни, что, собственно, и называется одноэтажной Америкой. Огромное пространство, разделенное автострадами с торговыми центрами на отдельных крупных перекрестках, а вокруг сотни и тысячи одно- и двухэтажных частных домов, утопающих в зелени и в этаком, знаете ли, ленивом комфорте. Я исходил немало таких вот просто замечательных здешних улиц и все никак не мог ими насытиться.
И до сих пор с трудом представляю себе ситуацию, что я сам мог бы жить в одном из таких домов. И до какого состояния в этом случае, когда абсолютно ничего тебя в этом мире больше не беспокоит, я мог бы еще продеградировать. Как-нибудь обязательно попробую. Разумеется, где-то здесь есть и неблагополучные районы. Во всяком случае, на YouTube существует некоторое количество роликов на эту тему. Но, как я уже говорил, поиск и погружение в максимально неблагополучную среду – это, увы, не моя, знаете ли, фишка. Видел я, конечно, и бомжей, но вот опять же, после Торонто можно сказать, что здесь их нет. Настолько по сравнению с Торонто их в Тампе мало. Насчет уровня преступности мне судить трудно, обращает на себя заметное присутствие в городе полиции. И полицейские машины встречались мне постоянно и тут и там. Но вот вы знаете, лично я склонен считать это положительным моментом. Потому что хотите верьте, хотите нет, но полиция здесь все-таки на стороне граждан, а не на стороне преступников. Хотя понимаю, как дико для кого-то это может звучать. Также, когда мы находимся в Тампе, то подмечаем, что визуально эмигрантов из разных стран здесь либо нет совсем, либо нет почти, и это вполне объяснимо. В таких вот небольших южных городах не очень-то хорошо с работой. И уж тем более, особенно сейчас, когда у власти в штате республиканцы здесь не так уж хорошо с пособиями. Поэтому я все-таки думаю, что переезжать в Тампу имеет смысл людям уже с каким-то уровнем благосостояния, либо с неким источником внешних доходов. Но вот насколько хорошо здесь жить, удаленщикам или тем же айтишникам, я, к сожалению, сказать пока не могу. Однако с учетом всего изложенного, на текущий момент я склонен вывести город Тампу в одну из самых верхних позиций в своем личном хит-параде лучших городов для жизни. Со значком, разумеется, условно и предварительно, поскольку я все-таки долго здесь не жил. Зато если странствием моим когда-нибудь будет суждено завершиться и мне захочется где-нибудь осесть, то я вспомню об этом своем хит-параде. Вообще, вот что касается каких-то экспертных оценок, то, наверное, для того, чтобы давать любые экспертные заключения, для начала неплохо бы относиться к какому-либо слою общества, представлять из себя что-то или кого-то. А в моем случае с этим, увы, проблемы. Поскольку я и не бизнесмен, и не наемный рабочий, не айтишник, не специалист, не техник и даже не урбанист. Я не увлекаюсь ни собаками, ни спортом, ни автомобилями. Уже давно почти ничего не читаю и крайне редко смотрю кино. И по большому счету, меня много лет как личности уже не существует, поскольку я сам отказался от концепции личности и воспринимаю свою жизнь и свое тело как некий самолет, которым кто-то управляет или не управляет никто. А то, что осталось от меня, просто сидит внутри и наблюдает за всем происходящим вокруг, с полным ощущением того, что я, как и все остальные реальные или псевдоличности, никогда не рождались и, наверное, никогда не умрем. И вполне возможно, что у меня есть имя, которому миллионы лет, и иногда даже кажется, что я его помню. Но опять же, это может быть просто очередной сон наяву. Кстати, вот сама идея существования без личности, доложу я вам, это самое прекрасное, что может быть в жизни. Настолько прекрасное, что я даже не жалею, что пришел к этому не сразу, а кучу лет потратил на ту же суету по мелочам, как и многие другие люди. Сейчас санитар поставит мне укольчик, и я продолжу.
И, возможно, кто-то сейчас мне скажет, что, мол, вся вот эта глупая философия могла родиться только у такого бездельника, как ты, которому сначала удалось как-то обставить материальную сторону своей жизни, и лишь потом у тебя появилось время на всю эту чушь. И я отвечу, что все ровно наоборот. Только тогда у вас появляются ключи от всех дверей, и только тогда вы достигаете своих материальных целей, когда отбрасываете свою ложную личность, то есть идею о личности вообще, и вы даже не представляете, как нам всем она в жизни мешает. Также в тысячный, наверное, раз отмечу такой вот факт, что меня здесь на YouTube постоянно клеймят и проклинают так называемые горячие патриоты России и фанаты российского президента. Мол, а за что ты так ненавидишь Россию? И я одно время по наивности покупался на это и пытался отвечать, что о России я не говорю и практически никогда о ней даже не думаю. И ролики мои совсем о других странах и частях света. Пока не понял, что у таких людей данная фраза это что-то типа приветствия, а также фразы, которая заменяет им в жизни большинство других слов для коммуникаций. В моем же случае, обычно, когда мне такое пишут, и если я начинаю с такими людьми разговаривать, то почти всегда это сводится к просьбе. Пожалуйста, помогите уехать, помогите перебраться в Англию, в ЕС, Америку или Канаду. Собственно, что и подтверждает чей-то древний тезис о том, что по-настоящему великую страну лучше все-таки любить издалека. Поэтому я советую всем, друзья, особенно сейчас, как можно быстрее переезжать в страны невеликие, чтобы успеть пожить не только для чего-то величия, но и также для себя. Неважно при этом, существуете вы как личность или нет. Всем удачи и всем пока!